Заканчивается седмица, которая подготавливает нас к Великому посту, войти в который нужно с чистым сердцем. А для молодежи утешением перед предстоящей Святой Четыридесятницей были мероприятия, посвященные Всемирному дню православной молодежи. В Волгоградской области в городах Фролово и Михайловка по благословению епископа Урюпинского и Новоаннинского Елисея прошли сретенские балы. Во Фролово ребята собрались со всего города, чтобы показать, чему они научились за время подготовки к балу. Пообщаться друг с другом, обменяться опытом и просто провести время с пользой. Юноши во фраках, а девушки в длинных изящных платьях погрузились в атмосферу праздника старины. Ребята всецело отдавались каждому танцу. Эмоции переполняли всех присутствующих на столь чудесном и необычном мероприятии. Мы должны дружить друг с другом, нести радость в свои дома, в свои семьи и быть великими патриотами нашей великой православной России и нашего славного, любимого для всех нас города Фролово. Ура! В Михайловке танцевальный вечер также собрал множество молодых людей, которые не являются профессионалами в танцах, но учатся этому для того, чтобы посетить такое фееричное и грандиозное мероприятие, как бал. Здесь он включал в себя 4 танцевальных отделения, в которых исполнялись такие танцы, как полонез, брандль, французский вальс, падикатор и многие другие.